Там пару штук таких супер-оттасных. Остальные так себе, но поглядим сейчас. Много дыры, конечно. But it did the trick. Ништяковая баня. Так, мы отчаливаем от берега острова нашего. Плывем на первую точку дислокации. Там еще забираем тайничок. И, скорее всего, пешим идем. Может быть, поплывем. Сейчас поглядим. Хрум-хрум-хрум, бобры кушают. Ночи иногда будили. Прямо возле палатки. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Отметка, которую сделали Ваня с Лёшей. Как я выгляжу? Ну, я очень рад. Я очень быстро сюда дошел. Туда шел 2 дня, назад шел пару часов. Вообще на все сборы. Удивительно просто. Очень быстро дошел. Но плохие новости в том, что не знаю, когда был дождь последний раз здесь. Когда был дождь? Вчера был дождь. Вчера утром был дождь. Да? И днем... И ближе к вечеру. И с тех пор по этой дороге никто не ездил. Вот эту дорогу никто не использует. Здесь охотники, может, сейчас не сезон. Добывают здесь лес и рубят или еще что. Но следов от машин нет. И до большой дороги 20 километров отсюда. Но зато я, скорее всего, сниму медведей. Мы, когда сюда ездили, здесь была куча медведей. Просто удивительно. Видели мамку с 3 маленькими. Видели самца такого побольше, но не совсем, ну, небольшой. Не знаю, каких медведей надо бояться, каких не надо бояться. Маленьких, больших, но... Такой медведь явно ощущает мои размеры, и я думаю, конфронтации не должно быть. Ну, не хотелось бы здесь на дороге оставаться ночевать все равно. Нам вот этот техасский рейнджер сказал, что они выходят, здесь какая-то травка им вкусненькая, вот эта, которой у них в лесу нету, и они, пока у них там малина не выросла и всякие ягоды там, или я не знаю, что они там хавают. Пока у них там свои дела в лесу, в чаще не выросли, они выходят на дорогу кормиться. Закончился мой поход.
Хорошо, я провел время, ощутил такой промысел, что ли. Хорошо себя чувствую в лесу, очень хорошо. Лес этот очень красивый, очень густой, я по нему не ходил, не гулял даже много. Только когда надо было, по большому счету. А так на прогулки не ходил, но мне хватило вот этого. Сделал, конечно, несколько ошибок с упаковкой, но не могу сказать, что у меня были лишние вещи, кроме тефальской сковородки. Носков, может, слишком много. Вчера было грустно уходить оттуда. Как-то днем спонтанно пришла идея уже. Пусть я, по идее, хотел сегодня там еще весь день провести. Но я такой спонтанный, как-то такая идея пришла прямо ближе к там, ближе к вечеру, можно сказать, ну, поздним днем. Чтоб сегодня уже двигать. И как-то я начал так тук-тук суетиться все, ну и собрался. И потом вечером, когда как-то так распогодилось, успокоилось, очень грустно стало уходить оттуда. Но рад быть опять в городе. Пока я еще не в городе, но рад идти по пути. Вот не знаю, может сегодня, если я влуплю 20 километров с этим рюкзачком, это будет, конечно, что-то с чем-то. Но поглядим, если мне повезет, меня кто подберет. Может тот же техасский рейнджер здесь едет. Ну я, конечно, должен попасть до большой дороги, там уже будет видно. Но здесь вот прямо, здесь отметка 19 километров, по-моему, или 20, вот прямо там была. Мне вот в ту сторону. Столбики стоят, буду идти считать столбы и может засниму медведя, потому что я живности так и не видел. Так все четко, ловко прячется. Кроме рыбы. Щука сегодня запрыгнула мне прямо на плот. Маленькая. Застряла у меня между upper deck и lower deck. Маленькая такая. Там рыбы нереально в этом озере. Я просто не умел ее ловить сначала, не знал. Мог из берега ловить, мог вот прямо на том месте, куда пришел, там оставаться и все. Но это хорошо, что я сделал плот, поплавал. Увидел. Тот день, когда меня буря унесла, это было ощущение, конечно, полные штаны. Мухи здесь, в лесу нету мух. Ну, они там есть, но нет вот этих роев. Здесь просто все видно, они, видать, наверное, на глаз ориентируются. Оптическая, я оптическая иллюзия. Хорошо, у меня этой пшикалки много осталось. Вот за мной хайвей, которую я вышел. По нему еще ништяк идти, не так плохо. Там дальше вглубь болотисто и очень настолько мягко, вот, чтобы представить, наверное, такой, представьте, супер-дупер мягкий матрас, который проваливается на 20 сантиметров на каждый шаг. И такой, как лох, идешь, столько энергии тратишь, на месте топчешься. Ну, я не знаю, откуда у меня столько. У меня прямо так силы вперло. Я
Я только одну остановку сделал с самого начала. Ну, после того, как на плоту там переправился. Плот разрезал, отпустил его. Отпустил плот. Я не думаю, что сюда я вернусь, или кто-либо вообще там будет когда-либо на этом озере. Но место там суперское, конечно. Вот он на рыбалку приезжать можно, увезти отсюда. Белаз щук. Но зачем? Все, путешествия мои лесные здесь заканчиваются. Поглядим, как сейчас на дороге будет. Я уверен, что сейчас... Я не уверен, но, скорее всего, я сейчас еще какого-нибудь медведика сниму, если они меня не будут пугаться. А то у меня удочка торчит, как антенна, меня сдалека видно. Вообще удочку они не увидят. Ну все. Спасибо, лес, низкий поклон. Природа, мать, меня хорошо приняла. И я очень много нового узнал о себе. И многие вещи взвесил. 9 дней я там провел. Отбой. Такие вот дела. Я пришел на дорогу, ноги отваливаются. Попал под ну ужасный просто шторм. Выжил под салафатом. Потом пошел, все-таки промок. Вот, может, вы видите на бэкграунде. Ходят медведи. Там мамка с тремя. А дальше там еще Мишка. Надеюсь, это она меня не пытается спугнуть отсюда. Буду ждать машину. Уже 8 вечера, больше. 8:30. Если машины не будут... Не знаю, что буду делать на самом деле. Что можно сказать? Я в логове. Я посередине логова медвежьего. Медведи кругом. 100%. 100%. Ко мне сегодня подойдет медведь. Насколько близко. Начнет ли он нюхать, лапать палатку. Не знаю. Ну какое-то у меня спокойствие. У меня иногда бывает волнение насчет там. Но насчет медведя у меня полное спокойствие. Подобрал меня дядечка. Привез. Классный мужик оказался. Мы с ним поболтали, посмеялись. Привез меня в гостиницу. Потом все в гостинице, прошел по городу по маленькому, ничего здесь нет. Ну, относительно спокойные, все такие добрые. В поезде еду, меня встретит Лёшка. The end of my trip.